груш. Берем килограмм груш, чистим, режем вот такими кусочками. Высыпаем, выкладываем их в сковородку. Добавляем 100 миллилитров воды. 50 грамм сахара. И начинаем уваривать. Ставим на средний огонь. А тем временем занимаемся мукой и тестом для нашего пирога с грушами. Обалденного, сладкого, вкусного пирога. Итак, занимаемся тестом. Я взяла стакан сахара и 2 яйца и взбила на миксере. Теперь берем стакан сюда. Очень просто. Рецепт весьма простой. Стакан муки добавляем. И чайная ложка распушивача, разрыхлителя. И опять взбиваем. Так, муку мы засыпали. И вот чайная ложка разрыхлителя сюда же. И опять включаем микс и взбиваем наше тесто. Надо потихоньку взбивать муку. Ну вот, на уже взбитое тесто мы выложили на противень, плоский противень такой широкий, чтобы торт был, скажем так, не пышный, пропекся. Вот на противень выложили с пергаментной бумагой, смазанным маслом любым, выложили наше тесто. А теперь поверх выкладываем уже стушеные наши груши на сковороде с водичкой и сахаром. Груши очень сладкие. И мы поверх выкладываем наши немножко охлажденные груши. Мы выложили наши груши поверх теста и ставим в духовку, предварительно разогретую, до 200 градусов на 40-50 минут. Зависит от духовки каждого. Ну, в общем, почти готов. Ждем результата. Ну вот, пирог грушевый или пирог с грушами готов. Я уже попробовала. Как бы очень вкусный. Можно для красоты сверху сахарной пудрой посыпать. Но, как на меня, он очень сладкий. Поэтому в следующий раз. Ну, я не полный стакан сахара ложила. Поэтому, кому сладкое не очень нравится, то тесто можно сыпать полстакана сахара, а не стакан. Ну, вот такая вкуснятинка получилась. Действительно обалденный пирог с грушами. Особенно для тех, кто любит сладкое и вкусное. Смакота. Подписывайтесь. Як то кажуть, далі буде.